Символическую красную ленточку перерезали гости праздника, районные депутаты, благодаря которым и появилась возможность открыть центр. Пришли народные избранники с подарками и пожеланиями детям учиться и заниматься творчеством. За свою 15-летнюю деятельность из-за студии «Русская душа» выпустила больше 1000 детей. Здесь бесплатно обучают не только рисованию, показывают, как вышивать, лепить, делать поделки из ракушек, бисера и других материалов. Есть и литературный кружок, где дети изучают стихи и поэмы, а также ежегодно участвуют в краевом фестивале. В прошлом году воспитанники «Русской души» стали призерами. 60 номинантов мы получили второе место. Очень был большой конкурс, было очень много людей, дети устали, но все равно они выдержали, рассказали, получили второе место, грамоты, подарки. Мы довольны, счастливы, вернулись домой. Вот и на открытии центра дети показали свои творческие и интеллектуальные способности, отгадывали сложные загадки. Самые смышленые получили призы. А после все гости праздника попробовали нарисовать картину красочных дельфинов. Завершилось мероприятие чаепитием. Центр детского творчества открыт для детей всех возрастов по адресу улица Макаренко, 45. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.